всего, больше это не буду делать, не буду ее больше петь. Я спросил у Насти, не будет ли она против, если я выступлю с Кристиной с этой песни. Настя сказала против. Она не была нет, против. Я не была против, я просто не знала, что это будет так эмоционально. Кто знал? Жень, вот на сцене вас захватили чувства. Это заметили многие. Я, блин, я отношусь отлично к их паре. Артем классный парень, я считаю, что Кристина... Да, но это тебе не помешало с Кристиной там как-то зажигать. У меня нет никаких целей там Кристину охомутать или что-то сделать подобное. У меня есть Настя, мне с ней повезло. Кристине повезло с Артемом, все. Все по своим местам. Ну, Настя, скажи, как ты думаешь? Вот сейчас Кристина улетит на 2 недели. Она будет в Италии. Как ты думаешь, Женя будет с ней переписываться? Да нет, конечно. С чего бы? Ну, с Юлей Белой же он переписывает. Ну, Юля Белая — это немного другое. Она оставила такой достаточно яркий отпечаток в его сердце. А Кристина что, не блекла, что ли, что? Ну, по сравнению с чувствами Юли, я думаю, там что-то... Ты же видела, что творилось? Да, мне кажется, вполне яркий отпечаток оставила. Да нет, я так не считаю. Жень, скажи, не будет потом в соцсетях скринов да от твоих переписок, ну, как бы где Кристина там, как там итальянское море? Не, ну странно, как бы все это выглядит.